песни ученики 15-го лицея почтили память солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Ребята рассказали своим одноклассникам о подвиге 28 панфиловцев. 16 ноября 1941 года при обороне Москвы от фашистских захватчиков 28 бойцов ценой своей жизни остановили наступление немецких войск. В ожесточенных боях было уничтожено 18 танков, что сдержало и не дало дальнейшему продвижению немцев в сторону Москвы. К сожалению, в этих сражениях погибло 28 доблестных героев. Ученики посмотрели видеоролики, посвященные подвигу, и прочитали военные стихи. Чувствую гордость за свой народ, который совершил этот великий подвиг. Ни в коем случае нельзя забывать этот подвиг, ведь иначе это может повториться. Нужно помнить и чтить. Патриотическое мероприятие прошло в школьном музее, где представлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.